Всем привет, ребята! Вы на канале Reborn Doll. Сегодня ко мне пришла посылка. Кто уже догадался, что в этой посылке? Ставьте лайки. Ну а давайте сейчас все вместе откроем эту коробку. Такая красивая коробка с таким красивым бантиком. Ну вот и посылочка. Я сейчас вам такую сторону покажу. Ну вот, тут ее документы. Вот такая вот, такой документик. Давайте прочитаем. Оказывается, ее зовут Аврора, и она родилась 24 ноября. Вот документ. С ней пришла такая вот бутылочка, красивая, с голубой крышечкой бутылочка. А давайте посмотрим, вот и сама куколка. Давайте сначала посмотрим на ее ножки. Такие красивенькие ножки с такими складочками. Очень красиво прорисовано. И вот и наши ручки. Она пришла в такой вот ботике. Тут еще документики. Ну, помялась. Ух ты, смотрите, у нее какие ручки, пальчики красивые. Ноготочки красиво прорисованы. Ну что, самое-самое лучшее. Давайте посмотрим личико. Вот наше личико, очень красивое. И, кстати, у нее еще есть сосочка с магнитиком. Она с ней пришла так, вот такой вот пледик. Ну что же, давайте посмотрим на ее волосики. Такие красивые волосики и очень пышные. Если бы вы могли пощупать ее волосики, очень реалистичная куколка. Посмотрите вы на нее бровки, так красиво прорисованы, и глазки очень красивые. Ну что, и ресницы тоже длинненькие, красивые. А сама куколка, она плюшевая вот такая вот. А ее ручки, ну, какие-то силиконовые. Ну что, если вам понравилась моя куколка, конечно же, поставьте лайки. И всем пока-пока!